Сань, дай анекдот рассказать. Кум-кума ждет, короче, тот уехал в командировку в Африку. Приезжает, он говорит, ты, кум, приходи, поляна накрыта. Ну, не хуже, чем у нас. Пузырек, он говорит, садись, блядь, ну расскажи, ну чё, как в Африке там? Сафари, все, блядь. Тут, блядь, не могу, слезы. Тут, говорит, ты, что случилось? Ну, мы, блядь, родные люди, блядь, ну, расскажи, что случилось. Он говорит, ты, меня негр выебал. Тот, да ну нахуй. Да ну нахуй, давай, родной, бухнем, все. Он говорит, ты, ну все, ну хули, ну выебал, что делать? Давай еще одну, короче. Ну рассказывай, что там, сафари, там обезьяны. Он говорит, ты, у меня еще хуже есть горе. Тот говорит, да ну нахуй, что может быть хуже, ёба. Тот говорит, ты, он мне еще в рот дал. Тот, да ну нахуй, нихуя, давай еще ебанем. Ебанули еще, короче. Он говорит, ты, ну все, пиздец. Выебли, в рот дали, блядь. Ну давай рассказывай. Тот говорит, блядь, у меня еще хуже горе. Тот говорит, да не может быть, нахуй. Че? Он говорит, я по нему скучаю. Просто, блядь, подбёхай, да?